Привет! Сегодня мы находимся в магазине ткани Декабай, и мы вам расскажем про портьерный канвас. Оставайтесь с нами, будет интересно. Канвас – приятная ткань для пошива штор. Она мягкая на ощупь и довольно крепкая, и все это благодаря особому переплетению волокон. Портьеры из этого материала пользуются популярностью у тех, кто предпочитает скандинавский стиль. Они прекрасно сочетают в себе легкость и стойкость к деформации. Рассмотрим ее поближе. С лицевой стороны эта ткань имеет приятную матовую фактуру, а также характеризуется средней плотностью. Но это совершенно не означает, что она не защищает от солнечных лучей. Очень даже защищает. Однако, если у вас довольно солнечная сторона, то лучше дополнить ее какой-нибудь подкладочной тканью. С изнанки присутствует небольшой глянцевый блеск. Уход за портьерами из канваса довольно легкий. После стирки шторы можно сразу повесить влажными, они высохнут очень быстро. Посмотрите, как на этой ткани красиво драпируются складки, а также не сильно заметна мятость. Но при желании шторы можно будет разгладить с помощью пара. Цветовая палитра канваса очень разнообразная, и можно легко подобрать оттенок, исходя из ваших дизайнерских решений. Если на данный момент желаемого оттенка нет в наличии, то мы можем привести его вам под заказ. Спасибо за просмотр! Ждем вас в магазине на Платонова 10!